Созди. Всем привет, дорогие друзья! Велосипедист ездил, ездил и доездился. Теперь уже долго ездить он не сможет. Как вы, наверное, знаете, на днях сеть сколыхнула новость о том, что известный боец поп ММА Ильяс Якубов был задержан, и ему даже грозит срок до 7 лет за, как говорится, публичное оправдание терроризма. Напомню, что в июне этого года Якубов записал ролик, в котором он на фон поставил запись известного чеченского деятеля Шамиля Басаева. Можно победить, но нельзя покорить. И мы свою дорогу избрали, или дорогу пройдем. Чего бы нам это не стоило? На это все обратили внимание различные Z-каналы, и там настоящий пожар начался в этих каналах. И они стали предъявлять Якубову и стали требовать публично, чтобы того закрыли. Ильяс же моментально включил заднюю и заявил о том, что он вообще не виноват и никого ни к чему не призывает. И кучу других оправданий он также насыпал. Приветствую всех. Мне уже надоело. Все знают, что я и Шоухан, мы сейчас обсуждаемые бойцы, как-никак, хейт или не хейт. И разные люди хайпуют на нашем имени. Я никогда никого ни к чему не призывал и не собираюсь ни к чему призывать. Я человек, всю жизнь связавший свою жизнь со спортом. Я всю жизнь тренируюсь, выступаю и призываю только к спорту людей. И никогда никого ни к чему не призывал и не собираюсь. Я профессиональный спортсмен, я многодетный отец. Да, я выступаю там в различных организациях, хочу прокормить свою семью. И некоторые люди насчет моего имени, имени моего брата Шоухала, начинают там наши имена называть, это называть, то называть. Я еще раз говорю, не нужно меня связывать с политикой. Я профессиональный спортсмен. Хотя Ильяс вместе со своим друганом Чурчаевым постоянно любят говорить о том, что нужно газовать до конца. Но, видимо, в этот раз газ закончился. Так вот, Ильяс будет пребывать под следствием как минимум до декабря этого года. И стоит отметить, что это еще не означает, что Якубов со 100% вероятностью сядет в тюрьму. Пока еще идет следствие, его могут оправдать в конечном итоге, тем более, что деньги у него скорее всего есть. Он и ему подобные в этом зоопарке не за просто так участвуют, и часто аппетиты у них очень такие серьезные, и требуют они огромные суммы за бои. Просто заранее говорю, я меньше лема не выхожу драться. А так всем организациям хочу сказать в поп-моей индустрии, что чтобы вообще не беспокоили меня, моего менеджера. Меньше лема я не дерусь. Да и связи, скорее всего, у него тоже есть, раз до сих пор его никто не закрыл за все эти выходки и скандалы. Но в этот раз ситуация действительно серьезная. Слишком большой резонанс получила вся эта история. И вдобавок Ильяс постоянно привлекает внимание к своей персоне и старается хайповать по поводу и без. То в UFC требует выступать, то приезжает на сам турнир UFC и там чудит. Эй, Дана! Я приехал, я в Абу-Даби, я готов выйти на замену. Просто один звонок и все, я жду, я готов размазать любого. Или же постоянно драки устраивает с другими бойцами. И естественно, его друг ничем не лучше, а местами даже хуже. И таким вот образом получается, что эти двое всегда на слуху, и за ним пристальное внимание. А данная статья, за которую Якубова хотят посадить, это может быть просто повод, чтобы красиво его убрать, так как он реально себе слишком много позволял в последнее время. Да и вы, наверное, помните случай с Хованским. Там вообще была история миллион лет как забытая и никому особо не нужная. И все равно подняли и долго его тягали по судам. Так Хованский особо-то и не шумел, сидел дома, попивал алкашку и превращался в проводницу тетю Клаву. А Якубов более шумный персонаж, и на каждом шагу устраивает он скандалы и пытается быть в каждой бочке затычкой вместе со своим братаном Чурчаевым. Пока последнего не посадили, но все может быть. Там в сети гуляют различные теории о том, что мол Сульянов причастен ко всему этому, или же Макс Дивнич, или же Миша Маваши. Я не знаю, является ли какая-то из этих версий правдивой, да и если честно, мне все
все равно, кто там что раскрутил и как эту историю вообще преподнесли для СМИ. Важно, что Якубова, скорее всего, решили убрать сверху, а такое дело – это идеальный повод. Общественности можно скормить сказку, что с террористами боремся, и вот, мол, одного из таких обезвредили. Тем более, что и историю можно красиво подать в медийном плане. Смотрите, мол, настоящий террорист нападал на других на конференции, избивал толпой. А тут еще и эта скандальная запись появилась. Идеальный сюжет для какой-нибудь помойки в стиле «Соловьиного помета» или другой информационной помойки. Ильяс ранее любил говорить о том, что он все делает ради своей семьи. Все эти скандалы и хайпы, все это с его слов делалось, чтобы обеспечить их. Как по тебе не скажут, что ты семьянин, про детей? Мало я с ними времени провожу из-за этого спорта, честно, вот, устал. Короче, на семью времени вообще мало. Знаю, что в этом вопросе, может, я не прав, но я один просто, я не могу сидеть дома и должен что-нибудь сделать, там, чтобы там... Надо двигаться, короче. Но Ильяс, имея скудный ум и не очень хорошие навыки коммуникации, умудрился как раз-таки подставить свою семью. Мог бы просто тихо, молча тренироваться, выступать и зарабатывать потихоньку на этом деньги. И так бы и смог прокормить свою семью. Но профессиональная карьера у него не задалась. И как боец он так себе. И в ход пошли трэш-токи и прочая дичь, от которой, если честно, уже тошнит. Я планирую в ближайшее время делать гораздо меньше контента про поп-ММА. Буду экспериментировать с другими тематиками, потому что, если честно, этот зоопарк меня уже утомил. Тут нет никакого развития, это тупо сфера, которая развивается отрицательно и с каждым годом деградирует все больше. Взят тот же поп-ММА, который был 2 года назад, и тот, что сейчас. Тут становится очевидным, что сейчас намного-намного хуже. Раньше был Чоршанбе, а теперь Чурчаевы да Якубовы. А что будет через время, просто страшно себе представить, поэтому думаю делать немного другой контент. Вентиляторов, велосипедистов и пьяных мастеров и так было слишком много за последнее время. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всей этой ситуации, как считаете, посадят Якубова или нет. Друзья, кто не лайкнет, тот Ильяс Якубов, так что не лайкайте. Всем пока, до новых встреч. Увидимся!